концу 2143 года в космосе находилось около 100 крупных лабораторий, в которых изучались и создавались новые органические материи. Тысячи людей трудились над этим проектом долгое время, но больших результатов они не достигли. Станции лабораторий начали закрываться правительством из-за их неокупаемости. Такие лаборатории превращались в огромных космических странников. И вот на одной из таких заброшенных станций произошло следующее. Из-за замыкания в сети включился центр жизнеобеспечения одного из мутантов, выведенных на станции. Он ожил. Это было невероятно. С этого момента начались все беды для человечества. Мутант обладал исключительным интеллектом, ибо ему был пересажен мозг одного из скончавшихся ученых. В одиночку ему удалось наладить станцию и переоборудовать военный корабль. В дальнейшем он начал производство себе подобных. Корабль стал ужасом для всех торговых звездолетов. В этих условиях правительство Земли приняло решение уничтожить этот корабль. Для этого надо отключить его энергетический источник питания и уничтожить всех мутантов. Это задание поручается вам. Вас телепортируют на станцию. Вперед! Желаем удачи!